Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем наши приключения в The Elder Scrolls Online. И сегодня у нас с вами ждет нас такой интересный квест «Суд презрения». Нужно спасти заключенных. Скорее всего, здесь захватили, наверное, товарищей из гильдии магов. Ох, как мне сразу прописали. Это было сильно. Но решено было не отступать и не сдаваться, поэтому как-то так. Ух ты, ё-моё. Какая дерзкая штуковина. Так, побежали сюда. Не знаю, ты, может быть... Может быть, ты была настроена дружелюбно, но есть у меня сомнения на этот счет. Доэдра дружелюбно настроена, это маловероятно. Поэтому лучше напасть первому. Ух ты, ё-моё. Отмычечки. Водица. Много хлама, как всегда. Опа, а вот и кристалл. Уничтожаем его к чертям. Замечательно. Первый кристалл успешно уничтожен. Можем забраться наверх, посмотреть, что там на самом верху. Угу. Здесь кто-то из комрадов уже бегает. Окей. Прыжочек. Ух ты, это был, конечно, прыжок веры. Прямо-таки можно было и погибнуть. Окей, давай. Опа. Мимо. Товарищ. И опять. Ах ты, блин, засранец. Зацепил все-таки. Опа. Зеленочка. Средние доспехи. 16 уровень. Мое почтение. Использовать, конечно, давно пора. Все, теперь крутилочка. Сейчас вам всем раздам. Ах, вы гады, а. Всех убью, один останусь. Черт, я же... Кьюшечка. Фу, чуть не помер. Это было близко. Давай, давай, давай. Свободен, братан. Фух. Так, куда-то мне туда. Нужно вообще на картанчике вот так вот прыгнуть. Ох, хорошо. Надо бы еще фусфурдо кричать. Было бы вообще... Мощные, конечно, эти парни. Нечего даже и сказать. Получай еще разочек. Отличненько. Опа, стоямба. А нет, все правильно я. На. Ой-ой-ой, а это кто-то серьезный. Ой-ой-ой, блин, наверное. Не стоит нарываться на его атаки. Есть у меня такое предположение. Уж больно он злой. Давай, давай, давай. Но есть. Фу, ё-моё, чуть не помер, а.
Фух, конечно. Так, и что тут у нас? Ключик от ворот. Ключик от ворот, это хорошо. Фух, но все равно надо как-то поаккуратнее. В идеале бы, конечно, было бы хорошо, если бы со мной еще какой-то из комрадов бегал. Например, там какой-то он там только что я видел, стоявший недалеко, боец. И если бы я был не сам, было бы, конечно, немножечко полегче. Но это, конечно, не точно. Потому что, возможно, было бы все точно так же. Та ё-моё, я ж отбежал вроде. Даже за спину. Видать, хреново я отбежал. Но бывает. Так, я смотрю, тут возле этой башни никого нет. Быть может, здесь кто-то был из моих коллег, который все здесь зачистил. Хорошо. Так, 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 сундучок. Прыжочек. Эх, хотел еще один дать. Так, итого. Итого у нас осталась последняя штуковина. Последний кристалл. Нужно к нему пробраться. А я надеюсь... О, это наш боец там кого-то. Опа, и здесь тоже кто-то из наших. Приветствую. Отлично. Куда далее? Угу. Далее нужно найти комрада. Комрад где-то... где-то там прячется. Наверное, у ворот. Ух ты, ё-моё, да тут еще и транахи. Транахи это жестко. Ах ты, мерзавец. Иди сюда. Замечательно. О, так они не будут меня бить. У меня есть ключ от ворот. Пойдем спасать Майев. Отличное предложение. Нельзя терять времени. Пойдем внутрь и освободим остальным. Идем же. Let's go, залы правосудия. Так, войти в тюремные камеры. О, прекрасно, охрана. Я-то думал, что будет скучно. О! Я смотрю, если так его не переагривать слишком. Ой-ой-ой. О, еще и левел ап. Отлично, ступай камерам и освободи моих товарищей. Я прикрою наш отход. Добренько. Я погнал вперед на левел ап. Нет времени. Нужно спасать. Ты не охранник, возьми ключ там на столе и откройте замки. Сейчас все сделаем, спокойно. Открыть. Замечательно, первый пошел. Где еще? Вижу. Скорей, 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 друзья. Замечательно. И последний. Я все еще не могу поверить, что они приговорили меня к смерти. Так, ну давай. Отлично, все вышли. Отлично, мы спасены, но что теперь? У тебя есть план или мы будем импровизировать?
Спасибо. Когда судья Зивен приговорил нас к смерти, Каджет уже решила, что нам конец. Как нам выбраться из зала правосудия-то? Они не позволят нам просто уйти отсюда. Малкур Валас откроет... прикроет наше отступление. Путь должен быть свободен. Малкур? Что ж ты раньше не сказал? Терами все гадала, что же с ним случилось. Но Скаджета довольна этого места. Давай выбираться отсюда, я готов. Let's go. Так, все за мной. Они наложили заклинание щита на ворота. Мы в ловушке. Мы разберемся с воротами. Просто не подпускай их к нам, пока мы не закончили. Вы осуждены, и вы не сбежите. Это мы еще посмотрим. Ох ты, ё-моё. Ого. Ё-моё, ети тебя за ног, а. Ух ты, скампы, короче. Куча всего. Ё-моё. Кьюшечка есть. Фух, успел с трудом. Это сильно, конечно. Чуть не помер. Фух. Достаточно. Я думаю, пора бы тебе уже умереть. Ох ты, ё-моё. Ё-моё. Ох ты, бат. Негодяй, а. Сейчас я минус один, отлично. И с вами тоже разберемся. Братан, помогай. А, тебе пофиг, да, я смотрю. Ясно. Крутилочка, еще разочек. Фух. А легкий перекур не помешал бы. Так, понятно. Ладно, поехали. На! Нет у меня времени. Точнее, время-то есть, но нет возможности умирать. Мне надо выжить. Что, это еще не конец? Блин, а я сам тебя казню. Ух, ни хрена себе. Ёб твою за ногу. Минус скампы. Ай-яй-яй-яй-яй, ходу. Где, братан? Чё ты мне не помогаешь-то? Самое время уже. Кьюшечка! Есть. Фу, еле успел. Есть. Тварь, а. Твою мать, не успел! Ну как же так, а? Ну ё-моё. И что, все заново, наверное? Хотя, может и нет, может битва идет до сих пор. О, ё-моё. Твою дивизию действительно все заново. Блин. О, средние доспехи. Ну, блин, ну как же обидно-то, а? Воу. На, свертухи, еще раз. Так, пополняем хпшечку. Точнее, не хпшечку, а усталость. Так, ну и что ж ты не бьешь-то?
Вам не убежать. Никто никогда не убегал. Ого. Сильное заявление. Опа, блок видел, как неожиданно. Еще один. Удар. На. На удивление, даже неплохо справились. Вот что значит блокировать вовремя. Наказание. Смерть. Ну-ну. Свободен. Или точнее, свободно. Опа, блок. На. Скотство. Отлично. Опа, что подмога подтянулась. Давай, давай, казни сам. А мы посмотрим, как ты это осуществишь. О, какой же это огненный атронах-то? Это даже близко не атронах. Замечательно. А теперь и судью завалим. Есть. Тебе приговорили и привели приговор в исполнение, Зивен. Хватит веселья игр. Давайте уже выбираться отсюда. Покидаем суд презрения. Диверсия, которую я устроил, работает. Поспешим, пока Дейдра не разобрались, в чем дело, и не догнали нас. Хорошо. Мы, похоже, вообще красавчики. Опа. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, братишки. Небесный осколок. Скорей. Поглотил? Есть. Это круто. Так, и где-то здесь меня ждут комрады. Да, действительно, вот они. Рад был стараться. Что тут, тяжелые доспехи? Завершить задание. Ладно, давай выбираться отсюда, нам еще нужно стабилизировать портал, вы помните? Так, суд презрения успешно завершен, а мы спасли заклинателей гильдии магов. Давайте сбегаем туда и, наверное, в самую дальнюю. О, еще здесь что-то есть. Сейчас, значит, на костерчик забежим. Так, логово смертоискателя. Интересно. Некое логово нашлось. Оргрим, да? А, нет, да, они, Оргрим, это уже немножечко не та вселенная. Здесь просто Огрим. Так, вижу святилище. Неиссякаемой фляги. Интересненько, сейчас отметимся в нем. Чпуньк, отлично. Так, что у нас там? Непонятно что, но можно сбегать наверняка. Узнать, что это за лагерь впереди такой. Это не особо на лагерь похоже. Своды хамана кузнечного горна. Интересно. Ага. Еще и вылазка какая-то. Большинство нордов находят омерзительной одну мысль о поддержании отношений с Дейдра, поэтому, когда мало гущегося норда, то буквально наслаждается этим. Хаман Кузнечный Гурн испытал это на себе. И что это такое? Ага. О. Какой-то боец.
кто-то другой юзает. Я тоже хочу. Вот негодяя. Ой-ой-ой. А что, мне помогать не? Братан, гол вместе. Ничего себе, он, конечно, вваливает. Я уже тоже здесь. Я на подмоге. Куда нам дальше, дружище? Наверное, куда-то туда, да. Ох. Конечно, там влетает. Но я тоже тут рамы пробиваю. Вперед! Всех убью, один останусь. 5 золотых. Сильное заявление. Ох. Так, а где? Чувачок, ты, конечно, я все понимаю, ты крут. Не настолько ж. Лоп. Ага. Мерзавец какой-то. Прыжочек. Погнали дальше. Я даже, правда, не знаю, куда нам. Но пойдем за этим товарищем. Он достаточно силен. Мы не очень. Но что поделаешь. Оба. Всех убью, один останусь. Ах ты ж. Скотство. Вперед. Хотя я, по-моему, немного не туда пошел. Ну да, коли товарища моего нет. Прыжочек. Давайте, давайте его. Есть контакт. Пройдено своды хамана кузнечного горна. Интересно. А где выход? О, а вот похожий выход. Получено достижение некое. Прикольно. Так, а это что? А, это выход. Холодную гавань. Надо же, даже с вами пронесли небольшой. Наверное, это даже одно из первых было. Что ж, думаю, на сегодня тогда это все. Всем спасибо за просмотр. Поддержите видео лайками, друзья, и подписывайтесь обязательно на канал. Увидимся с вами очень скоро в следующих сериях. Всем пока-пока.